центры все построены были по стране. Вот с чего мы начинали. Младенческая смерть 13,3. Вот даже тот же 6-й год, когда у нас было почти 6,1. И вот какими цифрами мы сейчас идем здесь. Это касается смерти до 5 лет. Эти цифры недостижимы для большинства стран в мире. Да, вот здесь было кратно выше. Но когда умирает младенец у семьи, им все равно здесь 2,6 или 9,3. Для них это 100%. Вот почему мы боремся за каждого маловесного ребенка. Вот наша выхаживаемость 78,7. В Европейском регионе одна из самых высоких степеней выхаживаемости. Российская Федерация, Украина, вот как пример. В чем особенности нынешней работы? К сожалению, просто как констатация факта, средний возраст матери при рождении ребенка первого и вообще в целом растет. Это влечет за собой целый ряд проблем, в том числе медицинских. Понятно, что репродуктивные технологии, они не носят за собой демографические какие-то показатели, но и то, что по вашему решению была сделана государственная программа оплодотворения ко по государственным, значит, программе. Первую ко бесплатно делали? Да. И вот сегодня мы уже в этом году сделали 806, это немного, и 525 у нас в центре, в городе ПЦ. Второй родильный дом города Минска и Гомель еще работает. Значит, на злобу вот недавно обсуждали эту проблему. Говорят, у нас незаконченная система. У нас нет банка. Давайте мы этим займемся принципиально, сделаем хотя бы не хуже, чем в России. Это женщины мне говорили. Вот буквально 2-3 дня назад, случайно. Что у нас это значительно встает. Поэтому давайте это сделаем. Сделаем очень быстро. В первом полугодии будущего года. Хорошо. Примем все решения, чтобы было не хуже, чем в самых развитых странах. Коль мы согласились, что ЭКО быть, и вы правы, неважно там, 800 человек обратилось за ЭКО или 2 человека. Давайте развяжем этот вопрос. Давайте сделаем этот банк, чтобы женщина могла родить. Сделаем все, чтобы она могла родить. Мы находимся в чистой зоне нашего нового корпуса. Это отделение анестезиологии и реанимации с палатами для новорожденных детей. Что значит чистая? Чистая зона – это где мы располагаемся с детками. Здесь особая система вентиляции. Здесь расположены наши палаты. Уважаемые гости, у нас масочный режим. Да, оденьте все маски, мне маски. Дайте масочку. Дайте еще маску. Это детки. Да? Спасибо. Руки обработайте. Вот здесь 15. Да. Мальчик? Девочка. Девочка? Дети. Сколько уже ее вес? Вот 2800 уже. 800 уже. У мамы была необычная ситуация. Здоровенькая. Да, стараюсь. Молодец. Успехов. Конечно. И вам спасибо большое. Живое отображение детей, чтобы она видела любое движение ребенка. Но любые все проблемы. У вас здесь выведены места? Конечно, все. То есть она может любое набрать? Любое, как кого она везет. Есть система фототерапии современная, очень такая мощная. Есть и инфузионная система с отображением возможностей. Короче, у вас все есть для того, чтобы можно было рожать, и даже с патологией вы выходите. Да. Плюс еще возможность телемедицинского консультирования. То есть захотели со Столина проконсультироваться поведение пациента с нами. Наши специалисты, вот Оксана Яковлевна, расскажет, покажет, примем решение, при необходимости заберем. То есть и такая технология есть. Здравствуйте. Это уже счастливая мама. Да. Два мальчика? Да. Четыре девочки. Первая? У меня, да. Второй? Да. Все нормально, да? Все отлично. Молодцы. Ну, я вас поздравляю. Спасибо большое. Света. Спасибо. Это на всякий случай будет. Спасибо большое. И мы вас поздравляем с наступающим. Новым годом. Вас рожайте. Тебе еще минимум одного осталось. Минимум, я говорю. Ну, тебе еще придется. Поняли. Да. Успехов. Александр Григорьевич, девушки хотели еще, если можно, с вами сфотографироваться. Что, с детками? Да. Давай, это вам не на левую ручку. Вот сюда, чистый флаг. Ой, мой умоленький, боже мой, давай этого. А мамы сюда. О, ой, тихорюсик какой.
Оживились. Бери свое сокровище. И мое же тоже. Ну да. Маленечки. Спи ты, все, молодец. Спасибо большое. Этот будет живенький, хоккеистом будет. А тот серьезный преемник. Да, 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 да. Спасибо, девчонки, спасибо. Спасибо огромное. Это главное тебе. Диагностический ультразвуковой. Да, да. Хороший, да, он хороший. Спасибо, Александр. Это вам. Это всем мамам подарки, которые у вас здесь есть. А это мы как-то дружно живем с президентами. И вот я в Питере был, и я ему Мали Рахмон. И узбекский мой хороший друг Шавкат Мирамонович. Армяне там что-то передавали. Ну, ты же понимаешь, что если я это съем, спасибо, то я в дверь не войду. Мне стыдно на фоне министра будет потом. Спасибо, Александр. Поэтому я думаю, поделюсь с медиками. Спасибо, Александр Григорьевич. Спасибо вам. Врачам спасибо. Я вам благодарен, во-первых. А во-вторых, прошу не расслабляться, потому что кто его знает, как будет складываться обстановка. Нам надо быть начеку и готовыми ко всем событиям. Осталось поздравить народ с Новым годом и подписать указ о годе исторической памяти. Все, поэтому план будет выполнен. Год насыщенный, но не хуже, чем предыдущий. Не хуже. Успехов. Спасибо, Александр Юрьевич. Здоровья всем. Благодарю вас. Вас тоже. С праздником. С праздником. С праздником.